Всем привет! Показываю вам свой экспериментальный чеснок, который я садила целыми головками. Здесь у меня было посажено 10 головок чеснока. И на данный момент вот такие мощные кусты сейчас у меня находятся в огороде. Этот чеснок ничем не уступает тому чесноку, который был посажен одним зубчиком. Такие же мощные здесь стебли. И я бы даже сказала, что эти купинки, эти кучки чеснока, мне даже больше нравятся, чем там, где посажен чеснок одним зубчиком. Мы одну кучку такую уже вырвали и скушали. И я хочу сказать, что ничем не отличается по силе роста вот эта купинка, скажем так. Здесь у меня примерно от 5 до 7 стволиков в одной кучке чеснока. То есть в головке, вот даже вот здесь взять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 чесночин, 6 зубчиков было, и соответственно здесь должно быть 6 головок чеснока. Пока что меня все устраивает. Посмотрим, какие здесь головки чеснока вырастут. И кто знает, может быть, в будущем мне настолько понравится этот способ, что я буду высаживать только таким способом. Ну, а пока понаблюдаем, посмотрим. Кому интересно, наблюдайте вместе со мной. Потом обязательно сравним, сколько же здесь вырастет головок, какой будет объем головок. Ну и что выгоднее? Вот представьте себе, что на вот этом маленьком кусочке 1 квадратный метр у меня растет 10 головок чеснока, и в каждой головке минимум 5 должно быть головок. То есть в каждой кучке должно по осени быть примерно 5 головок чеснока. Это, если умножить 10 на 5, это 50 головок чеснока с 1 квадратного метра. Ну, это так, по идее, должно быть. И посмотрим, сколько же вырастет у меня чеснока на 1 квадратном метре там, где я садила по 1 зубчику чеснока. Ну, и в результате потом сравним, проверим и оценим. Ну, а пока всем до встречи!